Здравствуйте, маленькие любители самостоятельного ремонта двигателя. Так, я перекур пока у меня. Тут сделаю маленький обзор, значит. Снял я все, значит, как обычно. Радиатор, пайпинг на охлаждение, отцепил катушки зажигания, впуск коллектор. Паука, выпускной коллектор, слил жидкости, масло, охлаждаечку, открутил крепление, поддон, снял поддон, значит, и снял, блять, тут какая-то промежуточная еще ебала, вот, ну чё тут, блять, пока как бы непонятно. Пока нихуя ничего не понятно. Но, блядь, уже нахуй бесит один факт, блядь. Вот поддон, блядь. Вот он, блядь, промазан герметиком так, что, сука, тут свисает, блядь, куча говна, нахуй. И, блядь, в самом поддоне. Вот, блядь. Плавают киски, куски, нахуй, герметика вот этого же, блядь. Это же все в маслонасос, ебаные придурки, блядь. Но помимо этого, есть еще какие-то элементы, блядь. Не пластиковые. Какой-то, блядь, пластик. Я что-то пока даже понятия не имею, откуда они. Я не помню такой хуйни вообще в двигателе, блядь. То есть вот куски вот эти вот. Что это за нахуй, блядь? Откуда, блядь? Понятия нахуй не имею. Итак, блядь, я заебался уже, но, блядь, хули, мы продолжаем наши, блядь, маленькие познавательные видеоуроки, блядь, о том, что не стоит, нахуй, лазить кривыми руками, блядь, в сложную, сука, технику, блядь. Значит, что я, блядь, получается... Поддомкратил я, значит, мотор, снял опору двигателя, открутил шкив на приводной ремень коленвала, снял крышки пластиковые защитные, вот, снял шкив с насоса гидроусилителя руля и снял натяжитель с ремешка ГРМ. По ремню хуй знает, потом посмотрю, блядь. У меня он свой висит тоже. По пробегу там, блядь, 1003 на. Вот. И сейчас вот мне остается, получается, открутить клапанную крышку и башку. Так что вот сейчас пивка немножко попью, отдышусь и продолжу. Увлекательнейшее занятие, блядь, по вскрытию мотора хули. Пиздец.